Это Клоковский водопад, самый большой на Сахалине. Если меня слышно вообще из шума грохота воды. О. 48 метров. И дальше туда вниз сейчас. Вот такая машина. Мы тусуемся по Сахалину уже второй день, точнее третий. И я заболел. Надеюсь, выздоровлю. Надеюсь, выздороветь за пару дней. Херово вообще, то есть простыл галимо. Но добрались таким. Ништяк.